Жители Приморского могут лишиться 800 рублей из-за зебры. До конца июля сотрудники ГИБДД будут следить за велосипедистами района. Спешиться и катить велосипед рядом с собой – так предписывают делать правила дорожного движения. Насколько они выполняются, проверяли инспекторы ГИБДД на улице Илюшина. Идти по переходу большинство водителей двухколесных оказались не готовы. Такую манеру они считают неудобной. Не самый удобный способ переходить – пешеходный переход. Велосипед должен снижать скорость перед пешеходным переходом, да? Ну и смотреть, конечно же, на водителей влево-вправо. С участием велосипедистов на территории района произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, где есть и вина велосипедистов, и вина водителей. Чаще человек, не спешиваясь с велосипеда, не смотрит ни налево, ни направо, переезжает, машина, даже поворачивая на зеленый сигнал светофора, не может среагировать. С начала года инспекторы оштрафовали 68 велосипедистов Приморского района. За проезд по зебре им придется заплатить 800 рублей. В такую же сумму обойдется любое другое нарушение правил. Акцию «Велосипед» ГИБДД будет проводить до 30 июля.